отличается от всех других ночей. Почему? И там ответ другой Мирьям говорит, потому что мы были рабами, а в эту ночь мы станем свободны. Поэтому еврейская Пасха, Песах, имеет в себе глубокие отношения с Богом. И услышите слова, почему эта ночь отличалась от всех других ночей. Потому что в эту ночь Иешуа был предан на истязание. И эта ночь изменила ход всей истории до сегодняшнего дня. И эту песню дети поют. И я потом скажу, почему дети? Почему дети? Иешуа отвечает на эти вопросы идеально в Новом Завете, при Хадаша.